упражнение на тимбилдинг, построение команды. Молодые люди сегодня впервые встретились. В центре зала город 404. В интернете это номер ошибки, когда кто-то пытается открыть несуществующую страницу. Имеется в виду, что действие происходит в виртуальном пространстве. У условного города есть мэр. Движение молодым людям показывают вожатые, по легенде, главы районов. На карте уже есть автозаправка и еще несколько предприятий. Будущие 3 дня покажут, у кого получится в одиночку или вместе вписаться в существующую экономику. Ресурсы можно будет добывать, выигрывая различные конкурсы. Проект называется «Капитаны». Цель – вызвать у молодежи интерес к предпринимательству. Это финал для Юга России. Сегодня здесь 69 школьников. 4 из них получат гранты на обучение на факультете бизнеса Российского экономического университета имени Плеханова. Активные, жизнерадостные, умные. Умная молодежь, что есть ли будущее в нашей стране, в нашего региона. Вы на правильном пути. Со стороны администрации Краснодарского края мы готовы, насколько я знаю, данный конкурс, и он будет у нас не вот только в этом году, он станет ежегодным. Мы готовы тоже помогать, участвовать, чтобы все больше и больше ребят, они осознавали, что надо заниматься своим делом, своим бизнесом. Надо быть креативным, надо быть смелым, надо быть дерзким, и тогда все в жизни получится. Егор из Краснодара о проекте узнал в интернете. Он один из 5000 юных жителей Кубани, который заполнил анкету. Молодой человек мечтает улучшить российскую кино- и видеоиндустрию. Допустим, создать какой-то свой видеохостинг и там уже продвигать молодых и перспективных видеоблогеров, короткометражки, фильмы в целом полностью, полнометражные фильмы. В Анапе сегодня с основами экономики и предпринимательства знакомятся около 1500 студентов и школьников. Уже есть те, кто принимает участие в соревнованиях разного уровня, в том числе организованных по методике WorldSkills. 2 минувших воскресенья подряд муниципалитет организует поездку юных анапчан в Крымск на специальную образовательную площадку. Сказать, насколько сейчас это будет в дальнейшем у них реализовано, я не могу, но безусловно, уже просматривая 4 года, допустим, когда мы этим занимаемся, активно, системно, на постоянной основе, мы говорим о том, что есть определенный рост, люди молодые задумываются, кем же им стать, и одним из таких пунктов для понимания все чаще на повестке дня у нас возникает именно предпринимательство. На краевом уровне идет разработка стратегии 2030, и возможно, что кто-то из этих молодых людей уже сделает свой вклад в ее реализацию. Пока же у участников есть 3 дня, чтобы показать свои лучшие качества, а главное – соизмерить желание заниматься бизнесом с возможностями, складом мышления, умением продвигать свои идеи и быстро ориентироваться в меняющейся обстановке. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.